Всем привет! Девочки, наконец-таки мы сели поужинать. У нас говорят «Ере визмялум». Вас не хватает. Я подвину немножко штатив. Вот так. Что хотела сказать? Во-первых, мы умираем с голоду. Во-вторых, охота была невероятной. Я такие украшения купила, девчонки. Это просто сказка. Я сама в обмороке. В себя еще не пришла. В общем, я довольна. Завтра я поеду еще охотиться, скажем так. А сейчас мы просто умираем с голоду. У нас, значит, здесь хинкали с грибами, хинкали с бараниной, шашлык из свинины, баклажаны с орехами, картошка фри, ткемали, вино, лимонад, компот. В общем, гуляй, Емеля, твоя неделя. Девочки, мы с удовольствием выпьем по глотку вина за ваше здоровье. Пусть все будет у всех хорошо. Ай, мы пока покушаем, потом сниму еще немножко. Ой, девчонки, как видите, еды заметно поубавилось. Первую черевка заморили. Так здесь вкусно. Мы в ресторане, он называется «У Захарыча». Считается это рекламой, потому что здесь очень-очень вкусно. Мы здесь не в первый раз, да. Мы здесь бываем достаточно часто, но, по крайней мере, каждый свой приезд. Вот. Ой, как хорошо, как все вкусно, как все невероятно. Сочетание вкуса. Вот Эльнура тут сидела, рассказывала. Очень разные вкусы, и они между собой как бы не смешиваются. Каждый вкус ощущаешь отдельно. Этот ресторан находится прямо под сухим мостом, куда я завтра приеду, где барахолка располагается. Вот, блошиный рынок. И завтра мы тоже, я так думаю, что будем кушать здесь. Марьяша всем раскладывает кемали. Девочки, мы не показываем себя, потому что мы выглядим не самым лучшим образом, мы устали. Вот, завтра уже я сниму видео лицом к лицу, я надеюсь. И еще раз я повторюсь по украшениям. Невероятные украшения я смогла найти, смогла безумно приобрести. Красивые. Да, безумно красивые. Спасибо, Балам, спасибо, Джана. Для вас, для себя, в общем. Я еще не знаю, что ваше, что мое. Я хочу все себе хочу. Выбирала, и ты. Выбирала все на свой вкус, надеюсь, вам понравится. Вот. Ну все, я пока нажимаю на паузу, посмотрим. Возможно, еще о чем-нибудь поболтаем, а может быть и нет. Девочки, мы заказали вот такую себе хачапури. Это на утро нам, на завтрак. Да, Марьяша, понюхай, как пахнет. Мама, понюхай. Ой, как пахнет. Вот, все. Идем, пошли, мышка. Попрощайся с девочками. До свидания, спасибо. Такой ресторан. Сейчас мы выйдем уже. Подожди, мышонок, давай. Подожди, Марьяшек, давай, выходи, моя баба. Выходи. Ой, такая здесь какофония звуков. Это что такое? Это что такое? Что за звуки? Свадьба или что это? Ой-ой-ой. Девочки, там наверху явно какой-то концерт. У нас просто нет сил идти наверх. Здесь вот такое место клевое. Классно, да, играют? Потанцуешь, Марьяшка? Танцуешь? Нет.
Нет, не хочет. Ой, мы так устали, мы наелись, напились и идем домой. Ну классно, сейчас вам покажу домик. О, как громко! Это где-то вот там наверху. Вот такое здесь. Давай, давай ручку. Как классно. Сейчас я вам здесь чуть-чуть поснимаю. Мы уже садимся на такси и едем. Такой кувшин. Это мы вышли с ресторана «Захар Захарыч». И вот так идем вдоль проспекта. Чуть-чуть буквально пройдем. Марьяша устала, говорит, не может. Акация цветет. Ну какая бочка, смотрите. Вот такие здесь всякие штучки. Вот такая инсталляция посреди города. Классно. Акация вовсю цветет. Смотрите, какая красота. Ой, я так хочу снять обувь. Девочки, я сегодня ищу свою обувь, вот эту. Я еще не снимала, представляете? Это специальное приспособление. Виноград таких давили, делали вино. Там какой-то концерт, да, классный, живая музыка. Секунду. Вот такой здесь экипаж. Эльнура, утер офигеть мне, бьян до утреди. Вот тоже это из камня цельного. Кувшин огромный. Это фаэтон. Вот так. Это мои любимые. Эльнура, Эльнур, Бурдан. Все, девочки, на этом я с вами прощаюсь на сегодня. Потому что очень устали. День был очень насыщенный. Повторюсь, я купила безумное количество красивых, бесподобных просто украшений. Но их я уже вам покажу в Баку, девочки. Все. Мы садимся на такси и едем домой отдыхать. Все, девчонки, всем пока. Желаю всем всего доброго. Берегите себя и своих близких.